Жители Одинцовского округа и других муниципалитетов в День России собрались в парке «Патриот», где с размахом отметили праздник. Для граждан подготовили насыщенную концертную программу. Вот мы приехали отметить этот праздник, посмотреть храм российской армии, погулять здесь, посетить музейный комплекс. Я считаю, что это самое лучшее, как можно отметить этот великий праздник нашего государства. Удовольствие получаем. Мурашки по коже. Приятно смотреть и думать о том, что это восхваление нашего города, нашей страны. Единение и патриотизм – так описывают свои впечатления в этот праздничный день зрители. День России у Храма Вооруженных Сил Российской Федерации – это действительно символично. Ведь именно он является духовным символом государства, который напоминает о силе и подвигах российских военнослужащих. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».